В связи с подъемом уровня воды в реке Каракол и угрозой затопления близлежащих домов, владельцы 27 домов были эвакуированы. Как сообщает МЧС, деревья, растущие вдоль реки, были выкорчеваны. Один мост в аварийном состоянии. Вовлеченные силы 20 спасателей и 4 сотрудника Каракольского управления чрезвычайных ситуаций, 40 сотрудников милиции, 2 спринтера транспортной службы, всего 2 машины и 64 человека. Ведутся работы с 24 спасателями и городскими властями по выявлению опасных участков реки Каракол. Парк, расположенный в городе Каракол, затоплен. Утром стало очевидно, что уровень воды в реке Каракол снизился.